16 августа в Махачкале произошло трагическое происшествие на АЗС, в результате которого погибло 35 человек, 105 получили травмы. МЧС, медики и другие специалисты различных учреждений в ту роковую ночь сразу же прибыли на помощь. Врачи Республиканской офтальмологической больницы в первые же часы отправились для оказания консультативной помощи пострадавшим, которые поступили в медицинские учреждения. В ночь трагедии к нам поступило трое пациентов, один из которых – ребенок. Двум пациентам была произведена хирургическая обработка ранения органа зрения. На следующий день к нам переведен ребенок из детской республиканской клинической больницы. Он также находится на лечении в стационаре. Двое пациентов с отчетными травмами были переведены из республиканской клинической больницы на оперативное вмешательство с последующей транспортировкой в федеральные центры. Все пациенты консультированы бригадой специалистов из Москвы. Сейчас отмечается положительная динамика состояния их здоровья. Отметим, что вовремя оказанная помощь офтальмологов позволила сохранить зрение пострадавшим.